Доброе утро очередное. Сегодня у меня все должно сделать по-быстрому. Я на своем мини-море, на озере. Короче, у меня очень мало времени. Мне через несколько, ну, через полчаса примерно нужно выезжать. При этом надо отмедитировать и уехать домой, переодеться, помыться и, собственно, поехать в командировку в мою. Сегодня у меня медитация будет посвященная настройке дня наконец-то. Обычно что-то пошли последние про перед сном, поэтому давайте сегодня испытаем то ощущение, ту тему, ради которой, собственно, я встаю утром в 4:30, еду на озеро, встаю на гвозди, одетый, вроде в холоде, вроде в тепле. И самое главное — создать вот это настроение, создать свой новый день, потому что, как говорит Робин Шарма, утро – это взлетная полоса вашей жизни. Как утро вы проводите, так вы проводите весь день. Как вы дни проводите, вы проводите недели, месяцы и, собственно, всю свою жизнь. Поэтому начинать нужно всегда с утра, свое настроение, свое состояние, свой заряд. Я вот, смотрите, уже разделся, чтобы встать на гвоздики, поэтому давайте будем начинать. Доброе утро. Прекрасно. Да, это я говорю себе. Доброе утро, мир. Я благодарю Вселенную за эту ночь и за все сны, которые мне приснились. Я делаю глубокий вдох и выдох. Я посвящаю эту медитацию себе и новому дню. Я радуюсь любой погоде за окном, будь то дождь, снег, солнце. Принимаю любое время года. Зима, весна, лето, осень. Мне это абсолютно не важно, ведь моя энергия и желание жить в радости, любви, счастье рождается изнутри, а не извне. Я пробуждаю свое тело. Чувствую каждую клеточку и с каждым вдохом наполняю его энергией. Я здесь, я энергия. Мои мысли направлены на благо моего дня. Я отпускаю все переживания вчерашнего дня и создаю свой лучший день прямо сейчас, в эту самую секунду, сегодня. Я осознаю, что каждый мой шаг сегодня повлияет на то, каким будет мое завтра. Я знаю, что могу сделать многое для того, чтобы привнести в свою жизнь еще больше счастья, радости. И мне это под силу. Счастье не зависит.
ничего. Оно во мне. Я позволяю себе быть счастливой сейчас. И в этом состоянии войти в новый день. Я хочу еще раз позволить себе прошептать мою мечту, а может быть, несколько. Затем представить, как я себя почувствую, когда моя мечта сбудется. Да, по телу разливается неосязаемое счастье и радость. Тот свет, который есть во мне, заливает все вокруг. Я вижу жизнь своей мечты. Я точно знаю, что это все обязательно случится. Внутри меня уже есть ответы на то, что я должна делать, чтобы это случилось. Я прислушиваюсь к тихому голосу внутри, который шепчет мне: иди вперед и делай маленькие шаги на пути к своей мечте. Их с чувством абсолютного счастья, так как каждый мой шаг и есть жизнь, и есть мои мечты, которые шаг за шагом исполняются. Все мысли о моем будущем меня невероятно вдохновляют, и я искренне ценю то, где я нахожусь сейчас и что происходит со мной именно сейчас. Мой путь — это и есть мое счастье. Моя задача — наполнять свой путь радостью и счастьем. Каждый маленький шаг, а не ждать, когда придет счастье и тот идеальный день. Я принимаю все свои эмоции и чувства и знаю, что они даны мне, чтобы познавать саму себя. Счастье — это не жизнь без негативных эмоций. Счастье — это не идеальный день. Счастье — это выбор, который я делаю сегодня. Выбор обращать внимание на то, что меня радует, на то, что вдохновляет и наполняет смыслом. Я делаю выбор думать те мысли, которые делают меня лучше. Я открываю для себя все то,
что неизведано мной, вдыхая, изучая каждую частичку этого мира. Ведь я не знаю, на какой срок я здесь. Я не знаю, сколько мне предстоит сделать еще вдохов и выдохов, сколько еще раз насладиться рассветом и закатом, сколько раз пробежать по сугробам снега, увидеть цветение яблонь, сколько раз услышать смех дорогих мне людей. Я не знаю этого, и никто не знает. Поэтому я не могу ждать. Я выбираю жить прямо сейчас, прямо в эту секунду. Я выбираю лучшие моменты каждого дня, направляю свое внимание туда, где мне хорошо, где мне радостно. Я есть у себя. Я буду у себя всю жизнь. Я благодарю себя за это, за мой выбор быть прямо сейчас. Я счастлива, потому что я есть. Я могу все. Любить, смеяться, плакать, творить, вдохновляться. Я могу испытывать все эмоции, какие есть в этом мире. Мои возможности безграничны, и я в этом не сомневаюсь. И сегодня я делаю верный и важный шаг в своей жизни. Прекрасная, я желаю тебе твоего лучшего дня. Ты достойна этого. Делай эту медитацию каждое утро, чтобы не забывать о главном. Жить прямо сейчас. После гвоздей слезаю на песок, хотя тут такой не песок, а отсев, потому что ремонтируют набережную. И ощущение, как будто заново встаешь на гвозди, заново просто. Казалось бы, на плоскую поверхность встаешь, но все, что промялось, начинает выправляться, прижиматься заново. И ощущение заново, как будто только-только встаешь. Краткие выводы. Медитация отличная. Скажу честно, что улетел в свои мысли в какой-то период, но все, что говорит автор, это вот прям слово в слово надо делать. Жить сейчас, жить здесь. Я пока вот сюда бегаю, да, я еще слушаю книжку, которая называется «Счастливый карман, полный денег». Вот тоже про мышление, тоже про проявленные образы ума. Богатство – это проявленный образ ума. Так, как мы думаем, так, как мы выбираем быть, себя чувствовать,
то мы, собственно, и получаем, то Вселенная выдает. Оно фактически уже существует в мире, уже существует в нас. И как только мы выбираем быть, есть, да, то тогда мы, собственно, разрешаем себе это принять, и тогда это проявляется. Поэтому нужно уметь мечтать, нужно уметь жить сегодняшним моментом, не уходить назад, прошлым жить, не жить грезами, а именно в сегодняшнем дне, в сегодняшнем моменте. В общем, пишите свои мысли, какие у вас рождаются от этих медитаций. Делитесь, пусть другие тоже смотрят и вашим примером вдохновляются, тоже делятся. Давайте двигаться, давайте общаться. Ребята, подписывайтесь на меня в телеграм-канале bazhenov.yura.t.me. С вами был ювелир, который медитирует по утрам в 6 часов утра, а сегодня в 5.20 или в 5.30 я это сделал. Побегу дальше заниматься делами. Всем пока. Немножко моей природы. Как обычно.